now, gone to form the soul of the game we play. These pieces are new, as are the stakes. Life, death, and vengeance. We must ride, for time is short, and you have much to learn. Make your first choice, and let us set these wheels in motion once more. Доброго времени суток зрителям, членам, гостям нашего канала. С вами Росси, вы находитесь на канале Роли Гейм Онлайн. Это рубрика Gameplay Let's Play. И сегодня мы с вами рассмотрим игру под названием Hand of Fate 2. Это игра в жанре RPG с карточными играми. От карт будет зависеть прохождение нашего сюжета и, соответственно, случайная генерация событий, в которых мы будем принимать непосредственное участие. Сейчас, как я понимаю, нам нужно сделать выбор, а именно выбрать или мужчину, или женщину. Конечно же, мы берем мужчинку. Еще раз подтвердим. These cards represent your history and our game. We know where they end, for you are here. Therefore, these cards must guide you to my side. Let us see what the journey holds. The fool steps into nothingness because they know no better. In the same way, you must step into the void. You are a blank slate, and together we will write your history. Вот, как я понял, сейчас произошел как бы первый ивент. То есть у нас на столе есть 4 карты. Первая карта — это засада в лесу. И, соответственно, теперь нам нужно будет действовать в соответствии с этой картой, которая нам выпала. Ребята, игра, в принципе, вышла, вторая часть этой игры, вот, которую мы сейчас, ну, с вами обозреваем, она вышла в ноябре 2017 года, соответственно. Немножко задержался с обзором, но, думаю, все равно она должна быть нами с вами рассмотрена. Итак, вы уже долго продираетесь сквозь лес в поисках ограбивших вас воров. Вы устали, проголодались, но твердо намерены вернуть амулет вашего отца. 4 ловкачи выпало. Что это значит? Вы наконец-то видите воров, которые рубят большое дерево и ругаются между собой. Вот. И дальше идет выбор: подойти ближе и послушать, или держаться на расстоянии. Конечно же, ближе подойдем. Every element of the game has been improved, even those that seem at first glance familiar. Do not worry, you will soon understand the nuances. Дальше, как я понимаю, у нас есть выбор. 4 карты, одна из них провал, 3 из них успешно. То есть, если мы сейчас выберем успешную карту, то мы успешно подслушаем без последствий. Если провал, то, наверное, нас там заметят и будут кидать дальше действия. Это провал. Вы пытаетесь послушать, о чем говорят бандиты, но их голоса заглушают кусты. А, видите, я не слышу. И вы продвигаетесь чуть ближе, чтобы лучше видеть. Вскоре вы замечаете группу фермеров, которые несут свой товар на рынок. Воры сваливают дерево на дорогу, переграждая путь ничего не подозревающих фермерам, и выскакивают с оружием наготове. Отдавайте нам свою еду. Дальше у нас есть возможность вступить на защиту фермеров, предложить помощь фермерам, предупредив их, что их это небезопасно, и решить, что воры получат свою добычу с вашей помощью. Давайте заступимся за фермеров. Так, отточенным движением вы обнажаете оружие. Ну что, говорит предводитель, разберитесь тут, парни, увидимся, когда закончите. Дальше идет у нас загрузочка, и мы перемещаемся на поле боя, в котором мы будем принимать непосредственное участие в битве. Потому что игра, я уже говорил, скомбинирована, не только карточная, но, соответственно, и экшен. Это воры. Головорез. Так, насилие ради насилия и воровство ради наживы. Воры часто нападают и могут уклоняться от стандартных атак, что делает тяжелое оружие менее эффективным. Левая кнопка мыши — продолжить. Собственно, а это мы, да? Парень с дубинкой и щитом. И с нами 3 фермера. Итак, пробить блок правой кнопкой мышки, Space — уклонение, R — способность оружия, и F — добивающий удар. Ну, вроде все понятно. Такой пошел.
замес. Ой-ой-ой. Ага, опа. Ага. Я понял вас. Получи. Получи. Смотрите, там какая-то кнопка загорается. Я... А, Е. Е защита, ребятки. То есть, когда загорается зеленый, на нас нападает, нажимаем Е и, соответственно, уклоняемся вот, вот так вот. Я понял. И поставим щит. Но я не слишком ловкий, чтобы так делать. Оп. Щит поставил. Смотрите, видите, как он вот, оп. Ну, такие, на самом деле, воры просто изи-бризи, как бы. Оп, щит поставил. Мы пока, наверное, побеждаем в драке, я не знаю. Но у меня так супер удар какой-то не зарядился. Вертухан, который дал с ноги, это он дается с помощью правой кнопки мыши, если кто не понял. Я просто забыл им пользоваться. Итак, благодарный фермер роется в своих мешках. Ох, спасибо, ваша милость, надеюсь, они бы вас все равно... А, не бойся, они бы все равно всех перебили, даже если бы сперва забрали у нас все съестное. Ну, это да. Пища. О, прибыль. Прибыль, пища, 5. Вы жадно набрасываетесь на еду, запихивая хлеб в рот, чтобы унять голод. Ваше удовольствие длится все мгновение, пока вы не понимаете, что амулета вашего отца нет среди награбленного. Должно быть, он остался у главаря воров. Вы отправляетесь в путь с твердым намерением найти его. Задача. Выследить предводителя воров, вернуть свой амулет. Так. Собственно, дальше мы продвигаемся по столу. Следующая карта. Друг в беде. Наслаждаясь теплом костра, вы замечаете странную фигуру, приближающийся к вашему биваку. Чего? Ну, пусть будет биваку. То, что вы издалека приняли за прекрасную деву, при свете костра оказывается переодетым гоблином. Грязная лисья шкурка служит ему плохо сидящим париком. Гоблин подмигивает вам диким красным глазом. Ага, я тут часами рыскаю, пытаясь вас найти. Нам нужно разобраться с этим побыстрее, если я хочу успеть ко всем в моем списке до рассвета. Он снимает мешок с плеча, так из моего мешка я могу достать все, что ваша душа пожелает. Это, походу, какой-нибудь барыга, наверное, торговец. Речь гоблина обрывается после того, как он осматривает мешок. Точнее, мог бы, не будь в нем огромной дыры. Гоблин ныряет головой в мешок, и его нос показывается из дыры. Ладно, новый план. Гоблин достает два последних оставшихся в мешке аксессуара. Я могу дать вам жизненных сил или же сделать вас смертоносней в бою. Что вы предпочитаете? Топор воина, меч солдата или щит? Давайте меч солдата, наверное. Вот, у меня сейчас неухоженный меч. Урон 13, а тут урон 15. Короче, чуть-чуть получше будет. Мудрый выбор. Теперь мне пора идти. Мне надо еще многих посетить перед тем, как я смогу отдохнуть. Гоблин скрывается в ночи, его лисий парик дрожит на вечернем ветру. Снаряжение можно снять в инвентаре. Хорошо. Собственно, дальше. Поиски лесного народа. Ваше путешествие сквозь чащу переливает любопытный ребенок. Вы ищете лесной народ? Дядя говорит, он когда-то часто здесь гуляли и раздавали подарки. Я хочу найти кого-нибудь и попросить пирожок с лимоном. Блять, пирожок с лимоном. Чего еще надо для счастья? Отбежав в сторону и заглядывая под ближайшее дерево, ребенок кричит: «Помните, если вы встретите лесной народ, попросите для меня пирожок с лимоном». В противоположной стороне раздается какая-то жуткая песня. Вы идете выяснить, кто поет. Вот, атака, опять успех, провал. Успех. Так, вы идете на звуки песни сквозь чащу, переходите ручей и оказываетесь на лужайке, залитой золотистым солнечным светом. На лужайке вы видите немолодую деву, тело ее изогнуто в странной позе, напоминающих о лесных ветвях.
12 зим у меня не было гостей, шепчет она на удивление громким шепотом. Можешь приходить ко мне в беде и нужде, когда только понадобится. This is yours now. Even if you lose the challenge, you have earned this token. Угу. Короче, с какой-то дали нам жетон. Он теперь у нас лежит. Потом на этот жетон что-то можно будет менять. В общем, что я могу сказать по этой игре? Ну, интересно. Я, правда, не знаю, насколько здесь устроен рандом. В том плане, что... какой шанс, легко это получается, трудно, и можно ли угадывать карты. Я, конечно, читал за эту игру, что потом это становится невыносимо, то есть, к примеру, там один успех и три провала, то есть шанс очень маленький, типа тупая система боевки и так далее. Ну, я думаю, я вам немножко показал, то есть вы уже немножко представляете. Наверное, интересный здесь сам сюжет, если в него играть, если разбираться, и я думаю... Эта игра в любом случае найдет своего любителя и своего почитателя. А с вами был Росси на канале Rolly Game Online. Спасибо, что вы посмотрели это видео. Извините за мой гнусавый голос. Я все так же продолжаю болеть, но я все равно продолжаю снимать для вас видео. И спасибо, что вы остаетесь с нами. Обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал и верните мне Сашу из Реала. Всем пока и до скорых встреч.